Извиняюсь, что я не буду продолжать этой встречи на прекрасном языке Пушкина. Но, во-первых, мой русский язык не очень такой пушкинский, во-первых. А во-вторых, у меня такие материалы на английском языке, поэтому я буду продолжать на английском. Но я надеюсь, сколько у нас времени? Мы должны окончить когда? Час, да? Без перерыва. Но я бы хотел, чтобы была возможность тоже разговора с участниками этой школы, потому что, знаете, школа по правам человека — это должен быть диалог, не только монолог. И знаете, я надеюсь, что будет возможность, чтобы вы меня тоже спросили что-нибудь. Но в конце нашей лекции, нашего встречи, я бы хотел, чтобы мы немножко просмотрели доклад, который Российская Федерация представила Комитету по правам в экономическим, социальным и культуральным правам. Вы знакомы с этим докладом или нет? Да? Ну, окей, я вам скажу, что, о чем речь. Потому что в том докладе есть проблемы, который комитет по правам, по экономическим и социальным правам предложил Российской Федерации. Я бы хотел узнать, придумайте, когда вы были бы таким комитетом, международным комитетом, которого задача есть просмотреть ситуацию по этим правам в вашей стране. И что вы бы предложили вашей стране, что надо, во-первых, сделать в области экономических, социальных и культуральных прав? Да? Окей, придумайте, что вы бы, не абсолютно во всей стране, но в вашем регионе, что вы думаете, что самый главный проблем в области этих прав? Окей. Now let's try to speak my version of... Ну а сейчас давайте попытаемся продолжить наше взаимодействие на моей версии английского языка. Конечно же, не идеальный, но как минимум этот язык, который так или иначе подвергается влиянию моего славянского акцента. Ну, конечно же, Ришард сегодня у нас уже канадец, но надеюсь, что полностью польского акцента он еще не утратил. Вот, мы попросили с вами обсудить тему того, как экономические, социальные и культурные права и ситуация с ними отслеживается на международном уровне. Ну, во-первых, я уверен, что вам наверняка известно, почему так случилось, что у нас два соответствующих международных договора. Первый — это Всеобщая декларация по правам человека. Я надеюсь, что все из вас это все помните. Этот день, когда эта декларация была принята 10 декабря. Мы во всем мире отмечаем этот день как прав человека, потому что в этот день была принята, соответственно, всеобщая декларация. Я убежден, конечно же, вы знаете. Я просто пытаюсь выяснить, кто тут из вас присутствующих слушает перевод, для того, чтобы понять, с кем... Соответственно, для того, чтобы понять, что... кому необходим русский перевод, но вижу достаточно большое количество, но я абсолютно убежден, что рано или поздно вы снимете эти наушники и сможете свободно общаться без необходимости подобной помощи. Естественно, это, конечно, нам необходимо пока пользоваться услугами наших переводчиков. Обычно я стараюсь работать свободно. Конечно же, буду пытаться говорить медленнее, но если вдруг я буду забываться и уноситься очень далеко вперед, я надеюсь, вы меня предупредите, и периодически сам буду посматривать на кабинку переводчиков. Так вот, Всеобщая декларация прав человека, как вы знаете, была принята, на тот момент она не имела статуса закона. Это была всего лишь прокламация намерений Организации Объединенных Наций в сфере прав человека. Но тогда, в 1948 году, уже
В тот момент уже началась так называемая холодная война, соответственно, крупные державы не были готовы согласиться на подписать какой-то документ, обязывающий их что-либо делать. Так вот, потребовалось около 18 лет для того, чтобы принять обязывающие документы. Улыбнуться мне надо, да? Осторожно, пожалуйста, в противном случае потом нужно будет меня как-то поправить. Фотография. Не согласились подписывать какие-либо документы, которые обязывали каким-то действием. Но они опять-таки не были готовы согласиться. Сколько их должно быть? Это должен быть один отдельный документ или их должно быть два? Идея о правах человека заключается в том, что права человека, они все взаимосвязаны. То есть их нельзя разбить на права, на те права, которые более важны, которые менее важны, связанные с тем или с другим. Все права человека, они покрывают, по большому счету, пронизывают все аспекты нашей жизни, и они во многом переплетены, очень сильно переплетены. Соответственно, логически, это один договор должен быть, который должен был покрывать все аспекты нашей жизни. Однако, по политическим причинам, и, наверное, да, углубляться в них особенно не стоит, потому что хочется надеяться, что это в прошлом, хотя, конечно же, мы отмечаем, что периодически эти споры опять возрождаются, но не получилось у них согласиться, соответственно, договорились, хорошо, давайте тогда будем делить политические права индивидов, индивидуальные права, с одной стороны, международный пакт о гражданских и политических правах, а с другой стороны пакт об экономических, социальных, культурных правах. Оба приняты в один и тот же день. Терпеть не могу это выражение, международное сообщество. Нет такого сообщества. Однако получше не придумаешь, а раз уж не находится более хорошего термина, как объяснить, как определить все страны, которые взаимодействуют друг с другом, мы, соответственно, пользуемся этой фразой. Терпеть не могу эту фразу. Еще когда работал по делам бывшей Югославии, все обвиняли международное сообщество, что бы там ни происходило, дыра в дороге, обвинили по этому поводу международное сообщество. Ну, должен. Ну, поэтому, извините за такое отступление, не нравится мне этот термин, но вынужден его использовать. Международное сообщество приняло решение, по большому счету, Генеральной Ассамблеи ООН приняло решение утвердить или принять два разных документа. Мы знаем, что тема немножечко разная, поскольку один договор, конвенция, покрывает наши индивидуальные права и свободы, связанные с личной жизнью, связанные также с участием в политической жизни, в то время как другой документ касался экономических и социальных аспектов нашей жизни. С юридической точки зрения, есть ли какая-либо разница между ними? Когда будете читать соответствующие договоры, вы увидите, что гражданские и политические права в договоре, в конвенции о гражданских и политических правах, их необходимо реализовывать безотлагательно. И там очень жесткие правила, прописывающие, что должно быть сделано, какие законы должны быть приняты, соответственно, что они должны реализовываться безотлагательно. И, соответственно, мы не можем найти какой-то отговорки, что, извините, ну, не можем у себя допустить в стране свободы слова, поскольку денег нет. И тут речь не идет об деньгах, экономических ресурсах. Почему? Ну, потому что практически все... Ну, так это в ситуации с политическими и гражданскими правами. Другое дело вопрос экономических, социальных правах. Право на здравоохранение, право на здоровье, право на образование. Даже право на работу, право на труд. В этих аспектах для реализации подобного права, возможно, стране необходимо обрести определенные финансовые ресурсы. Но не ожидаем мы, что все страны будут способны
обеспечить реализацию указанных прав на одинаковом уровне, поскольку у них у всех разная экономическая ситуация, разные ресурсы, и, соответственно, экономические и социальные, говоря об экономических и социальных правах, можно говорить о том, что они могут реализовываться постепенно. То есть мы не ожидаем, что они будут реализованы мгновенно, будем реализовываться постепенно. Это лишь для того, чтобы показать вам разницу, что касается категории двух этих видов права. Ну, конечно, некоторые экономические и социальные права должны быть реализованы мгновенно. Ну, например, право иметь равную оплату за равную предоставленные услуги, ну, тут нет никаких предлогов для того, чтобы немедленно не вводить эти права. Некоторых, да, должны реализованы немедленно, но на самом деле многие эти социально-экономические права могут быть внедрены постепенно. Что делать, что международное сообщество должно решить и каким образом отслеживать вот эти вот договора, их выполнение. Человеческие права очень специфические договора международные. В большинстве ситуаций, когда... Вы все в основном юристы здесь, да? Много юристов здесь, да? Ага, ну вы знаете о том, что... Да, вы только вы что ли, да? Вы очень высоко руку подняли. Ага. Хорошо, то есть, ну, вы понимаете, о чем речь идет, что обычно в международных договорах есть взаимный интерес. Если подписывает договоры или Польша подписывает договор с Чешской Республикой, то там каких-то ограничениях или каких-то уступках мы оба должны таким образом реализовать эти договоры, но в международных договорах по правам человека есть обязательства государств, когда мы вступаем в договорные отношения. Мы соглашаем о том, что мы будем делать что-то для наших собственных людей, для наших людей, находящихся в нашей юрисдикции. И поэтому, если Польша нарушает какие-то положения, то жертвы этого нарушения, то и в этот же момент эта страна нарушает свое обязательство в отношении Франции, Российской Федерации или других государств, которые ратифицировали этот договор. То есть тут такие тонкая система в такого рода договорах. Мы подписываем договор, и на основе этих договоров мы имеем обязательства перед другими остальными партнерами, которые ратифицировали этот договор я не говорю о гражданах, потому что гражданство все-таки это немножко другое, касающихся прав человека. Права человека, они распространяются на всех находящихся в юрисдикции того или иного государства. Я здесь нахожусь, мне предоставлены, есть некоторые исключения, конечно же, да, но я должен все равно быть здесь защищен всем набором прав человека, даже находясь здесь. Даже находясь на территории Российской Федерации. И они решают установить какие-то определенные организации, и задача этих организаций отслеживать применение, реализацию этих договоров, как вы знаете. У нас есть в настоящее время 9 договоров, и каждый из этих договоров – это есть организация, которая отслеживает реализацию этих обязательств. Ну, мы потом поговорим о том, что такое мониторинг. И что интересно здесь, что эти конкретные договорные отношения, экономические, социальные, культурные, пакты изначально, они не предусматривали подобные организации. Такие организации, отслеживающие, были организованы согласно международного пакта по правам человека. То есть комитет против пыток, например, комитеты против дискриминации, комитеты по расовой дискриминации и все другие основные договора были организации, которые выполняли эти договора, но не в нашем случае, не в этом. Очень странно, но в то время, когда страны согласились заниматься этой проблемой, они не предусмотрели тот вариант о том, что должны быть какие-то меры приняты дополнительные по внедрению этих прав. Ну, думали, что ну ладно, как-нибудь уже сделаем, а там посмотрим, как пойдет.
Вы никогда не думали о том, что кто-то будет наблюдать за этим выполнением этих договоров, но, к счастью, очень быстро они поняли, что нет-нет-нет, должна быть система отслеживания выполнения этих договоров по правам человека. Специальные советы по социально-экономическим правам. Я знаю, что вы знаете даже о подобных ситуациях, есть они, и вы, наверное, даже знакомы с этой системой. Это те организации, которые поддерживаются и работают под ассамблеей, и выполняют договора и работают с комитетами по социально-экономическому развитию. Это единственный комитет, который был организован не по договору, а резолюцией Совета по социально-экономическим правам. И все члены наших этих организаций, они избираются соответствующие этого пакту, и членами этого соответствующего комитета они избираются специальным голосованием. И они решили организовать вот этот организацию, задача отслеживать. Отслеживать, а каким образом отслеживать, каким образом заниматься мониторингом, что делает Польша, например, вопрос соблюдения прав по образованию и так далее. Государство было очень неохотно дело давать какие-то сильные полномочия. Хорошо, ладно, они согласились о том, чтобы посылать какие-то отчеты. Каждые, какие-то периодические отчеты. Ну, скажем, каждые 5 лет, например, каждая страна предполагала, что она должна будет посылать отчет этой организации, описывая то, что было сделано, надо было, а потом были проводились оценочные процедуры этого отчета, что идея была такая, чтобы была система отчетов. Эта система отчетов, она является обязательной для всех 9 договоров, для всех договоров Организации Объединенных Наций. Позже она была дополнена система индивидуальных жалоб. Индивидуальных жалоб, которые были основаны на дополнительных добровольных процедурах. Ну, например, все страны довольно быстро ратифицировали, например, международный пакт о гражданских правах человека, но они никогда не ратифицировали этот добровольную процедуру, которая должна была позволять позволял бы жаловаться физическим лицам жаловаться. И мы, у нас соответственно был пакт в 1977 году, но только в 1991 году мы приняли вот этот добровольную процедуру по системе индивидуальных жалоб. Но это индивидуальные жалобы распространяются только на определенные договора, такие, например, как расовая дискриминация, чуть позже комитет пыток, и постепенно все другие. Для всех других дворов эти факультативные, ну, эти добровольные процедуры были добавлены. И я не проверял, честно говоря, сколько этих добровольных протоколов дополнительных было сделано, добавлено и ратифицировано Российской Федерацией. Но это легко посмотреть. Я могу вам только сказать о том, что, например, в моей стране, в Польше, это было, мы были большими энтузиастами. Это был, мы ратифицировали почти все, и в настоящее время есть очень большое сопротивление этому, и мне приходится бороться с этими, тем, кто не хочет вот это сделать. Не-не-не, никаких протоколов, никаких социальных прав больше подписывать не будем. И почему страны не хотят этого делать? Для меня это означает, что эти процедуры являются очень успешными. Потому что если бы она не была успешной, то тогда не дала, пожалуйста, подписывайте, ратифицируйте, что хотите, жалуйтесь, кому хотите. Но вот эта система индивидуальных жалоб, она начала успешно работать. Это значит о том, что жертвы на улучшение прав в той или иной области стали, получили возможность жаловаться непосредственно, и они смоглись успешно, соответственно, решать решения по этим вопросам. И были случаи в моей стране. Ну, мы сейчас тут не обсуждаем Европейскую конвенцию, но, поверьте мне, было очень большое количество таких случаев. И Российская Федерация более серьезно вовлечена в эти процессы.
есть цена, которую вы должны платить за то, чтобы быть частью международного сообщества, групп, среди групп стран, которые уважают права человека. Да, действительно, есть такая процедура подачи жалоб, и до сих пор она не была повсеместно широко принята, но было определенное давление, оказывалось, неправительственных организаций, давление гражданского общества. И вы являетесь частью государственного общества, и вы должны оказывать давление на свое государство. Там есть один такой добровольный протокол. Я надеюсь, что через 10 лет вы, когда придете, ратифицируете этот протокол, и вы будете вместе с поляками радоваться ратификации этого договора. Но эта система, я не буду сейчас обсуждать это, потому что, как я сказал, что это то, что мы называем системы, которые сейчас находятся в стадии создания, созидания. В процессе развития. Зарождение. Зарождение, развитие. И ну, мы должны теперь вернуться к... Но позвольте мне дать вам также несколько идей, вам набросить здесь по поводу самой природы обязательств. Что значит, что если страна, например, ну, например, безопасный какой-нибудь пример возьмем, ну, например, Польша. Хорошо, что Польша надо делать, если она ратифицирует такой пакт. Как я сказал уже, это не ожидается, что мы немедленно тут же сможем реализовать все параграфы этого пакта. Но это ожидается, однако, о том, что изначально говорилось о том, что страна обязана взяла на сегодня вести себя это определенным образом и добиться определенных результатов. И когда мы говорим, что есть право на работу, мы вот я смотрю, тут ребята некоторые элегантные пришли, господа, в зал, прямо в галстуках пришли сюда и в костюмах. Вы прям в И поэтому обязательство для того, чтобы вести себя таким образом, то есть вы должны делать что-то для того, чтобы внедрить, применять эти права, реализовать их. В некоторых случаях нам необходимо показать, что мы уже сделали для того, чтобы достичь этого. Но это изначально не является изначальным этапом внедрения положения этого пакта. Это было не очень успешно, и сейчас комитет принимает так называемые три типологию или систематизацию обязательств, то есть три типа облигаций существуют в области экономических, социальных и культурных прав. Первое – это уважение. Первый пункт – это уважение. Что такое респект? Уважение, да? Уважение, скажите кто-нибудь. Уважать. Да, уважение, да. Что значит уважать? Что значит, что государство обязано уважать? Что под этим подразумевается? Если я тут самый умный, то да все вы тут самые умные, но если я кого-то спрошу конкретно, что такое уважать? Ну, что вы думаете по этому поводу? Ну, вот если вот тут вот один парень по интернету тут с чем-то общается. Я очень много преподаю, я преподаю права человека, и я когда задаю некоторые вопросы, я понимаю о том, что быстро начинают лезть в интернет, и прежде чем я свой вопрос закончу, они уже с ответом сидят, с интернета скачали. И да, вот вам новые технологии, ай-яй-яй, да, вот так вот, ага.
Да, да, но скоро я на пенсию ухожу, да, тут с этим интернетом бороться уже не смогу. А с другой стороны, почему бы не использовать это, если вы знаете, как этим пользоваться, если вы можете найти ответ? Итак, уважение. Что такое уважение? Комитет, который описывает уважение, он говорит о том, что государство обязано воздерживаться от вмешательства непосредственно или прямо в определенные права, и в некоторых ситуациях это значит о том, что некоторые права могут быть немедленно попасть под влияние. Ну, например, это антидискриминационное поведение. Государство должно взять на себя обязательство предотвратить любую дискриминацию на основе различных критериев. Ну, вы знаете, например, есть, кстати, я только что вот сейчас отклонился, я стараюсь не отклоняться очень сильно от темы. Ну, обычно пожилые профессора говорят, а потом раз начинают отклоняться от темы. Ну, и когда он начинает отклоняться, забывает, насчет чего начали. Я извиняюсь, если мне это будет. Но давайте отклонимся. Антидискриминационные поправки. Вы знаете, что они есть такие вещи. Есть различные критерии, которые должны соблюдаться. И это не должно являться причиной, то есть социально-экономические и культурные причины для тех или иных видов дискриминации по вопросам пола или другие критерии. Но всегда есть другие статусы, и это очень важно. Это открытые ворота для того, чтобы включить какие-то определенные черты, которые становятся все более и более важными для этого процесса. Ну, причина, например, для меня, которая очень важна, это дискриминация, основанная на возрасте. Но дискриминация по поводу возраста, это очень-очень важно. Ну, в Люксембурге, например, там очень удачно с этим борется, с дискриминацией. Есть международные пакты, которые открыты, и в Европейской конституции, у вас, наверное, тоже есть такой же антидискриминационная статья. Мне кажется, что конституция примерно одинакова во всей Европе, и есть открытый список, в котором включаются возможные причины по критерию дискриминации. И если мы хотим принять конституцию у нас в Польше, например, это было в середине 90-х годов, мы были почти последняя страна из бывшего блока коммунистических стран, которые одобрили новую конституцию. У нас была очень сильная борьба между правыми и левыми фракциями в парламенте, и они не могли согласиться по многим параметрам. И один из вопросов, это как раз была антидискриминационная статья. Для того, чтобы включить туда эти критерии или не включать туда эти критерии. И в то время, второй половине 90-х годов, было совершенно очевидно о том, что если бы мы хотели перечислить все критерии антидискриминационные, то в это время мы вынуждены были также включить параграф туда, то сексуальной ориентации. И наша очень консервативная политика сказала, ни в коем случае, нет, мы не будем вообще говорить даже на эту тему. И мы католическая страна, мы высокоморальная страна, нет, мы говорить не будем, даже поднимать этот вопрос. Соответственно, у нас бывает все блокировано. Хорошо, давайте тогда оставим это открытое. Дискриминация запрещена на основании любых причин. Замечательно, хорошо, это приемлемо. Но в самом важном законе страны мы не хотим, чтобы вообще звучала эта фраза «сексуальная ориентация». Вот так оно бывает. К несчастью, может быть.
Ну, это проблемы, они продолжаются и сегодня. У нас в Польше по этому поводу ведет дискуссии. В вашей стране достаточно интересная ситуация. 20 лет назад ваша страна была более либеральной, то сегодня она стала более жесткой. Я не знаю, связано ли это с социальными ощущениями ваших граждан или нет. Но это всегда вопрос, да? Как вот мне кто-то объяснил, вот один из моих коллег, она выпускница Воронежского университета. Нет ли здесь кого-нибудь из Воронежа, дамы и господа? Очень хороший университет, она выпускник соответствующего юрфака. Я хотел бы отметить, что выпускники российских университетов, они имеют хорошую методологическую базу. Она потом как-то переехала в Польшу, свою докторскую PhD степень она получила в нашем институте юридических исследований, стала моей коллегой в исследователем Елена фамилия, она вышла замуж за поляка, потом позднее, правда, развелась. Но на тот момент, когда она к нам поступила работать, она уже была разведенная. Так вот, книгу она писала по «Право на жизнь», рассматривая разные вопросы, включая право на аборт. А приехав же, она, я бы сказал, она исходила из традиции советского, их традиции доступа к, на реализацию права на аборт. Она была удивлена той ситуацией, которая в Польше. Она описала международную ситуацию, международные стандарты, пыталась сравнивать. И когда, подходя к завершению своей работы, она осознала, что Россия движется так быстро, что изменится ситуация, нам даже станет жестче, чем в нашей, в польской ситуации, в системе. Соответственно, даже вот слово сейчас еще, чтобы никого не обидеть, я бы сказал, во многих аспектах ряд прав намного более ограничены, были более либеральные, чем наши, и так далее. Но в то время, в другой стороны, то есть система с во многом становилось все более ограничивающей. Ну и также необходимо завершить с Еленой. К сожалению, Елена покинула нас 3 года назад. Она погибла в катастрофе столкновения поездов под Краковом. Мне довелось побывать также, ну, принять участие на церемонии прощения с ней. Но так или иначе, ее пример показывает тот факт, что во всех странах, сообществах проходят те или другие изменения. Соответственно, я, понятно, не могу быть знаком с тем, как это в вашем обществе, но я отмечаю то, что и российское право становится более ограниченным, более жестким, вопрос в том числе и аборта. И я не знаю, как это происходит, связано ли это с широкой поддержкой широких масс или влиянием элиты текущего момента. Так вот, говоря о экономическо-социальных правах, 3 типологии. Первое – это уважение. Уважение – значит не вмешательство, не делать ничего того, не предпринимать, что ограничит воплощение реализации права. Второй аспект – это защита. Что означает защищать? Защищать – это значит предотвращать, не допускать вмешательства третьих сторон в реализацию тех или других прав, которые утверждены в пакте. Это также очень важная функция, потому что почему? Потому что человеческие права – это мои права в отношениях с теми или другими властными структурами. То есть мои права должны быть защищены от вмешательства моей реализации, их от вмешательства стороны тех или других властных структур. Вот я помню, работая в Югославии, у меня был очень великолепный коллега, работавший в Москве, я в Загребе, занимался журнализмом. Очень талантливый товарищ, однако он мне сказал, Александра его звали. Слушай, не пойму я вот природу прав человека,
Что это такое? Я говорю, если я приду, я тебя в лицо ударю. Я твои права человека нарушил или нет? Как вы думаете? Нарушил его права человека или нет? Тем фактом, что я его просто по лицу ударил. Все, конечно, скажут, ну да, конечно, ты же бьешь. Постойте, не в тот момент. Ну, естественно, это нарушение его других прав. А говоря о правах человека, когда это наступит? Только тогда, когда он пойдет в полицию и скажет, слушайте, вот Ворошевский меня ударил. Ворошевский, а он не должен. Вот тогда это, знаете, это нарушение его прав человека. Почему? Потому что властные структуры обязаны защищать его. Если они не смогли не допустить моего такого поведения, как минимум, они должны наказать. То есть они должны расследовать инцидент и, соответственно, наказать. Вот когда властные структуры задействованы, вот тогда включается аспект прав человека. Соответственно, защищать означает, что государство или государственная страна также ответственна за те или другие действия третьих сторон. Если я, например, работник частной компании, то частная компания может нарушать большое количество их моих прав. И тут государство ответственно за то, чтобы, соответственно, частная компания я не дискриминировала по отношению ко мне, не урезала мои социальные пакеты и так далее, и так далее. Это второй аспект данной типологии в этом разрезе. Ну и третий аспект – это реализовывать, осуществлять. То есть у нас есть обязанность уважать, защищать и удовлетворять. И это третий аспект разделен на два подраздела. Первый – фасилитация, то есть активное участие государственной стороны в действиях людей по достижению, по реализации их прав. А я просто взял из общего комментария соответствующего комитета, то есть здесь буквально так и сформулировано, проактивно принимать активное участие. Ну и, естественно, в пакте говорится то, что для того, чтобы это реализовывать, реализовывать необходимо в соответствии с доступными вам ресурсами. То есть мы не можем ожидать, что страна или властные структуры чудеса будут творить. Нет, они обязаны реализовывать это в рамках доступных им ресурсов, предпринимать соответствующие действия по улучшению ситуации с экономическими, культурными и социальными правами. И некоторые, конечно же, должны быть реализованы сразу же. А понятно также то, что реализация обязательств, она всегда будет прогрессивной или постепенной. В том смысле, что со временем от государства ожидается, что они выполняют свои обязательства в большей и большей степени. Хорошо, теперь говоря о системе отчетов по состоянию, когда государство-участник, как я уже отметил, обязано предоставлять конкретный отчет. Указанный отчет направляется в соответствующий орган, отслеживающий реализацию указанного договора или конвенции. Как это работает? Страна, например, ваша, направляет указанный отчет. Отчет приходит в секретариат организации или системы организации в системе Организации Объединенных Наций. Соответствующий секретарь, ответственные лица оценивают, все аспекты там обязательно присутствуют. И находится один из членов комитета, докладчик-рапортер. Я в течение многих лет был докладчиком. Обычно я выполнял роль докладчика по странам, говорящих на русском языке, потому что в свои времена, когда я был в комитете по правам человека, я был единственным русскоговорящим членом комитета. Естественно, то, что русский язык, он также один из государственных официальных языков ООН, но обычно работа выполняется на английском и на французском. Естественно, задействованы определенные ресурсы, те или другие документы переводятся с русского на другие языки.
Ну, поскольку я был русскоговорящий, мне сразу мне направляли соответствующие документы еще до того, как они переведены. Ну и, естественно, известно, и публикуют информацию о том, что отчет должен быть опубликован публично для того, чтобы члены гражданского общества, то есть вы все, приглашаете прокомментировать. Ну, естественно, не все вы, но если, допустим, если кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал об организациях, которые работают с правами человека, вы... Спросите что-нибудь. Пожалуйста. Нет? А я думал, что вы где-то... Знаете, моя проблема... Моя проблема заключается в том, что... О том, что мы здесь разговариваем. Когда хотите, вот, можно, пожалуйста. Окей? Please don't... No, sorry for that, but I'm... Извиняюсь, но я это таким образом себе веду со всеми. И с поляками тоже. У меня тоже поляки, порой студенты приходят на лекцию и не обращают внимания, разговаривают о своих делах. В такой ситуации я говорю: так, господа, хотите, пожалуйста, оставьте аудиторию, покиньте аудиторию, разговор о других темах. Например, а тут вот два мудрых человека будут сидеть и обсуждать, например, последнюю группу футбола. Очень жаль, что пять дней назад не приехал в Казань, потому что пять дней назад волейбольская команда Польши играла со сборной в Казани, но, к сожалению, мне не довелось в тот момент быть здесь, соответственно, поддержать мне их не получилось. Так вот, возвращаясь к теме. Допустим, тот или другой отчет публикуется, и некоммерческие организации дальше направляют свои комментарии о том, как они воспринимают эту ситуацию, кто еще. Все остальные организации в системе Организации Объединенных Наций также направляют свою информацию относительно конкретного аспекта, который сейчас обсуждается. Соответственно, роль докладчика заключается в том, чтобы собрать все возможные документы со всех сторон и на основании всех этих документов, а на основании отчета комитет направляет дальше сформулированный набор вопросов соответствующим властным органам указанного государства для того, чтобы получить ответы. И дальше сессии проводятся в Женеве, в Нью-Йорке. Обычно две в Женеве, одна в Нью-Йорке, одна из... И обычно одна страна с 10 до часу или с 3 до 6 вечера проходят открытые сессии. То есть члены некоммерческих организаций, негосударственных организаций могут принимать участие, но вопросы задавать могут только представители стран-членов. Те из вас, кто заинтересован, познакомиться с этим, особенно те из вас, кто обучается в магистерской программе, если вы хотите, вы можете приехать в Женеву, принять участие в подобных заседаниях. Да, я думаю, что это очень полезно, это очень интересно. Я в свое время, в конце 80-х, в первый раз я там дважды ездил, принимал участие в комитете по правам человека, по социальным и политическим, не экономическим, социально-культурным. И Российской Федерации уделили не один день, а целых два дня. Почему? Потому что это было время Второй Чеченской войны. Второй ли? Нет. Это был конец 90-х. Может быть, это конец Первой Чеченской войны. Так вот, обычно делегация возглавляет заместитель министра иностранных дел. Членом делегации был также Кадыров, но господин Кадыров старший. Не текущий президент Чечни, а его отец. Его отец был членом делегации Российской Федерации тогда. Большое количество некоммерческих организаций, скажем так, которые находились из представителей, в том числе, мне ничего не говорили.
И потом Кадыров сказал: я вижу, говорит, что эти вопросы были спровоцированы вон теми представителями. Если у вас есть проблемы с нами, говорите об этом, когда вы на территории нашей страны, а не здесь, на международной арене. То есть он таким образом провоцировал скандал, потому что он не должен был вести себя какие-то там вопросы к некоммерческим, провоцировать к некоммерческой организации в офисе Организации Объединенных Наций. Но так ничего, он вел себя очень, скажем, даже не знаю, как слово подобрать к подобному неправомерному поведению. Но довольно-таки интересно. Ну, это пример того, как ведется диалог, потому что это действительно диалог. Ведь речь идет не о суде, не о судебном заседании. Делегация той или другой стороны не приезжает для того, чтобы защищать свою позицию. Я всегда это говорю. Вот помню, когда Украина в ранний свой период, в начале 90-х, принимали участие в подобной ситуации, они начали защищать все свои позиции. Я говорю: господа, не этому посвящено мероприятие. Вы можете сказать то, что да, у нас не получается полностью обеспечить свободу собраний по тем и другим причинам. Комитет-то понимает, что причины находятся, почему в вашей стране вводятся те или другие ограничения. То есть вам необходимо объяснить, почему это так. И тогда комитет просто выскажет свое мнение, свое предложение о том, как быть, как вам рекомендуют быть. Почему так же, как я принял пример в конце этой конкретной нашей встречи с вами, я хотел бы коснуться последнего отчета Российской Федерации по ситуации с правами экономическими, культурными и социальными. И в конце этого заседания комитет выскажет свое мнение: на наш взгляд, вот проблема у вас вот такая, и вам необходимо решить эту проблему в этом и в этом аспектах. Что дальше происходит? Ну хорошо, вроде бы пока не так и серьезная проблема. Страна приезжает, выступает в рамках заседания комитета, члены проводят свою оценку результата в той или другой политике, которая идет страна. Комитет дальше предлагает те или другие шаги, которые имеют смысл предпринять для того, чтобы реализовать те или другие аспекты. А что дальше? Это важный момент. Почему? Потому что этого-то недостаточно для того, чтобы всего лишь публиковать красивый отчет и название документа, который потом который возникает в результате всей этого процесса, называется «Завершающее наблюдение». Конечно, что это там? Один. Ну и дальше один, два. Здесь страны-член инициирует, определяет, кто будет ответственен за дальнейшим отслеживанием ситуации с соответствующими этими аспектами. Порой указанные страны просят: пожалуйста, через год или в течение года-двух направьте нам свой отчет о том, что вы планируете предпринять в вопросах тех или других по здравоохранению, например, возможно, какие там юридические или какие финансовые меры вы планируете предпринять для того, чтобы поддержать эту систему. И порой и бывает определенные сложности там, в процессе встреч с послами и так далее, для того, чтобы, скажем так, заботиться о том, что процесс-то идет, чтобы страна понимала, что так или иначе, я надеюсь, я не слишком быстро. Чтобы страна понимала, что постоянное внимание на ней сконцентрировано, определенное давление, скажем так, влияние на то, чтобы не забывали этот вопрос, с одной стороны, с другой стороны, нет реальных мер, как можно вынудить ту или другую страну что-либо делать. Нет никаких
действенных средств. Международная система мониторинга основана на системе взаимного доверия, понимания того, что если другая страна согласилась быть частью соответствующего договора, пакта, тогда страна будет делать все возможное, естественно, в рамках тех или других ограничений, которые имеются у нее, экономической реалии, политической реалии, но тем не менее имеется определенная добрая воля на реализации. Почему нет? Мы в этой системе социально-экономических прав не имеем каких-то средств давления для того, чтобы принудить страну вводить те или иные рекомендации. То есть, если те рекомендации не притворяются в жизнь, то на следующий период, следующие 5-6 лет, эти комитеты соответствующим образом отреагируют. Ну, речь идет о правильном периоде 7 лет. И если страна опять вернется к этому вопросу, почему вы это не сделали, ну, это, собственно, единственный практический инструмент, который есть. Вот все время спрашивать о том, как вы это делаете и так далее. Вы можете быть разочарованы. Имейте в виду, что у нас в Америке была ситуация. Американцы представили отчет. Это было после вот этой катастрофы в Новом Орлеане, тогда, когда было огромное наводнение. Там было огромное количество нарушений, огромное количество различных прав человека во время этого стихийного бедствия. И у нас были встречи с представителями гражданского общества, неправительственными организациями. И эти делегации приехали в Женеву, и когда у нас были предыдущие сессии в Нью-Йорке, мы пригласили неправительственные организации для того, чтобы они могли приехать в Женеву и обсудить с ними определенные моменты. Они были очень критически отнеслись ко всему. И не только по поводу этого конкретного стихийного бедствия, но также по ряду других аспектов, вопросов. Делегация приехала 2 дня, потому что с большими странами это 2 дня обычно идет, время нужно побольше. И когда мы им о этом сказали, американцы сказали: нет, 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 нам это не нужно. И я позже спросил их, это неправительственная организация, почему вы так хотите все-таки приехать? И вы же видите, ваше правительство всегда же уже сказало, что мы, и они сказали, ну, у нас есть реальные документы специальные. Посмотрите, у нас есть документы, которые позволяют нам лучше работать с общественными, с людьми, с простыми, с правительствами. И это работает, это может не работать на полномасштабной, так сказать, карте, но мы иногда используем это даже в судебных разбирательствах в суде, тогда, когда есть проблема, например, имеет отношение к конкретным каким-то аспектам прав человека. И это полезно, как мы видим. И я помню, когда у нас была японская делегация, и 300 японцев приехали в Женеву из Токио для того, чтобы участвовать в этой встрече. Я спрашивал: послушайте, почему вы приехали в Женеву? Вы что, у вас же не у себя со своими адвокатскими ассоциациями все это решить вопрос? Зачем надо было лететь из Японии в Женеву? Вы что, дома у себя разобраться не могли, что ли? Они сказали: они никогда в Токио нас не слушают, но тогда, когда мы физически приезжаем в Женеву и говорим-то в Женеве, то они боятся вот этой негативной международной огласки, и тогда, когда это мероприятие проходит, организует этой организацией, и прямо в Женеве, то это может иметь положительный эффект на то, каким образом мы ведем дела с нашим правительством там у нас на домашнем уровне. Поэтому я говорю, мы не должны судить эффективность этих процедур только посредством формальные позиции на наших наблюдений. Ну, что такое? Это просто наблюдение за законом, который не может рассматриваться в суде, который может быть обязательным в европейском суде.
но и также для в тех странах, которые не хотят работать в этой области. И это эффект этих документов достаточно важны. И каким образом система работает на уровне, на этом уровне? Вот эти договорные организации, они проводят первоначальные наблюдения, и они выпускают общие комментарии. И для тех из вас, которым интересно, например, то, каким образом понять право иметь определенное качество услуг или право участвовать в тех или иных мероприятиях, а вот там как раз есть и комментарии по поводу договорных обязательств. Там все что угодно можно найти туда. Там объясняют, каким образом интерпретируются эти законодательные акты. Те из вас, кто является профессиональными юристами, это всегда большой вопрос, до какой степени мы можем создавать или комментировать, или интерпретировать какие-то положения закона. Но это объект для отдельного семинара, который у нас здесь, мы не будем на него время тратить. То есть комментарии очень важны, вы можете их запросто найти в интернете, и они дадут вам картину того, каким образом этот договор трактует различные акты. Не думайте о том, что экономика, социально-экономические права разбираются с ними и дело только в этом конкретном пакте, о котором я в самом начале сослался, и только этим комитетом. Как я сказал в самом начале, все права человека взаимосвязаны. Они взаимосвязаны, имеют связь между собой. Мой комитет прав человека иногда имеет дело с социально-экономическим правом, особенно в одной стране, особенно в области недискриминационной, предотвращения дискриминации. И там есть у нас 26-я статья, которая запрещает дискриминацию. И дискриминация не только касающаяся прав, которые покрыты в этом пакте, оговорены, но и других также прав. То есть у нас есть, например, жалоба из Нидерландов о качестве работы пенсионной системы, или, например, из Австралии по поводу каких-то социальных услуг и на дискриминации на основе сексуальной ориентации людей. То есть другие организации, которые имеют дело с правами человека. Также есть комитеты по дискриминации или запрете дискриминации женщин, например. Там тоже есть огромное количество социально-экономических прав, касающихся конкретно женщин, например, положение на работе, на рабочем месте, равная оплата за равный труд. И то же самое касается и расовой дискриминации, ну, в меньшей степени может. И как вы видите, если кто-то, например, будет писать диссертацию, например, по стандартам внедрения прав человека, это должно рассматриваться на уровне комитета прав человека, но не только на этом уровне, но и другими также заинтересованными комитетами, которые имеют дело с но и также те, которые могут отразиться на социально-экономических правах, то есть ее надо рассматривать в общей взаимосвязи, потому что идея, потому что все права в этой знаменитой Венской декларации, конференции по правам человека 1993 года, там написано то, что все права человека взаимосвязаны. Не пытайтесь разделить их, отделить их, не пытайтесь построить иерархию. Одно право более важно, чем другое. Конечно, если речь идет о конкретном случае, вам иногда приходится решать о том, какое право человека может быть чуть-чуть ограничено для того, чтобы другое было предано другое более повышенное значение. Но все зависит от отдельного конкретного разбирательства. Нет общего закона, как вы не можете установить какое-то общее правило, которое сказать, что право на здоровье лучше, чем какое-либо другое право.
Поэтому еще раз хочу вам сказать о том, что нет такого правила для того, чтобы вот это более важно, менее важно. Нет никакой иерархии в вопросах прав человека. Таким образом, вся система он работает, имеет дело с социально-экономическими правами, с отсылками различными, и также с организациями, под организациями, которые отмечают это. А я смотрю, тут вот мне кто-то тут. Да, тут все чем-то машут, я смотрю. То ли мне показывают что-то, или просто стараются охладиться. Очень интересный момент есть. О чем я говорил, основано на так называемых системе договоров. В ООН, как вы знаете, у нас есть два столпа, и мы теперь один из этих столпов, одну из основ обсуждаем, договора. Имеется в виду международные законы. Это те решения, которые приняты, это так называемое мягкое право. Мягкое право, это... На польском языке мы употребляем всегда эту мы употребляем это же выражение soft law, мягкое право. Soft law по-английски звучит не так ухо режет, как на славянских языках. Ну что значит дуралекс, да? То есть закон суров. Иногда что-то произносится как норма, но само значение этого слова не имеет такого защитного значения. Поэтому мы имеем это мягкое законодательство, мягкое право. То есть решение этих каких-то комитетов как раз рассматривается с точки зрения мягкого права. То есть они подсказывают нам, каким образом реконструируют нормативную структуру. Но это одна колонна или основа, а вторая основа – это политическая система. Политическая система, как хотите называть ее по-другому, она основана на уставе ООН, потому что основные принципы на основе вот этой второй системы. У нас нет тут сейчас достаточно времени для того, чтобы описать ее, но один из организаций внутри, один из комитетов, это Совет по правам человека. Вы слышали о комитете по правам человека, да или нет? Вы слышали лично? О, вот идет девушка, слышала. Если девушка слышала, значит да. Вы тоже слышали, да, о Совете по правам человека? Совет по правам человека. Вам известно это термин этот? Вы знаете, что это такое? Этот институт имеет очень интересное... Это универсальный периодический обзор. Вы видели когда-нибудь этот универсальный периодический обзор? Или Universal Periodic Review? Эта аббревиатура не звучит очень сильно, лучше говорить UPR. По-английски, универсальный периодический обзор. Вы видели когда-нибудь этот документ, который выпускается этим Советом по правам человека? Вы его видели когда-нибудь? Знаете, о чем речь идет? Те, кто здесь есть, вы можете посмотреть. Российская Федерация обсуждала 2 или 3 года назад, в 2011 году, по-моему, обсуждал на эту тему. Если вы знаете, о чем идет речь, то вы знаете, что такое этот универсальный отчет. И это очень-очень интересный документ. Особенно, когда вы видите вопросы, которые задаются странами, адресованы странам, одним странам, другим странам спрашивают. У меня в компьютере есть там все это дело, но у меня времени нет туда залазить. Я посмеялся. Я помню очень хорошо, когда Польша некоторое время назад... Вы знаете, что Российская Федерация
советуют, дают, задают вопрос. Российская Федерация предложила Польше, что мы должны улучшить условия в наших тюрьмах. Мне понравилось это дело, потому что, о, да, конечно, как они осмелились. Ну, себя пусть посмотрят. А не делайте этого. Это значит, что они понимают о том, что условия в тюрьмах важны. Конечно, они не могут это сделать там по многим причинам. Они знают, что, по крайней мере, что это важный момент, поэтому они нас просят улучшить условия содержания в тюрьмах. Но вот следующий момент, это точно очень смешно. Казахстан. Знаете что? Казахстан спросил Российской Федерации в этом обзоре. К вопросу был задан и предложение какое. Знаете было, Казахстан с чем обратился к России? Что Российская Федерация должна быть более усиленно бороться с коррупцией. Это вот то, что Казахстан предложил России. Более усиленно бороться с коррупцией. Это то, что ваша коррупция уж очень разрослась. Это было просто потрясающе. Смешно. Там было сотни таких вещей, потому что каждая страна друг дружку спрашивает. Но в результате страна находится под очень пристальным наблюдением. И, соответственно, должна каким-то образом реагировать на такие вещи. Хорошо, ладно, мы вот это сделаем. Но это также и очень интересный механизм, потому что в этом механизме вы можете оценить состояние со всеми прав человека, независимо от того, страны ратифицировали тот или иной договор или нет. И что очень важно, это, во-первых, все опубликовано, и каждый из вас, буквально, я приглашаю вас, потому что оно на русском языке, вы можете прочитать на русском, если не читаете по-английски, можете посмотреть это, вы подумайте о том, что же международное сообщество... Как международное сообщество оценивает проблему или прав человека в конкретной стране и каким образом эта страна, правительство реагирует на эти конкретные запросы. И также социально-экономические вопросы также рассматриваются в этой системе не только Советом по правам человека, но также сама система специальных процедур. Вы знаете, там есть система специальных процедур, которая называется такие специальные наблюдатели, специальные докладчики, которые непосредственно четко отслеживают ситуацию в каждой данной стране. То есть сама система каким-то образом реагирует и имеет определенные инструменты для улучшения ситуации. Конечно, можно сказать, что они очень слишком мягкие инструменты. Это не что-то такое. Я очень хорошо помню, когда я преподавал студентам. Студенты были всегда очень разочарованы. Если вы просите что-то, то вы ничего сделать не можете. Вы, конечно, не можете там полицейский отряд туда послать, и чтобы они там все там быстро там внедрили все ваши рекомендации. Система так не работает. Система основана на взаимном уважении и доверии. Взаимности где-то хуже, где-то лучше, зависит от политической ситуации в той или иной стране. А теперь позвольте мне, как я обещал, потому что я сейчас, давайте я посмотрю на отчет, который я хотел с вами кратенько обсудить. Это отчет Комитета по социально-экономическим проблемам, который был выпущен в мае 2011 года. Этот отчет, ну вот небольшой, такое есть вступление, там есть положительные моменты. Честно говоря, эти положительные моменты очень короткие, потому что это не является задачей Комитета по договорам хвалить страны. Ой, какие вы замечательные, как зашибись у вас все. И или сказать, о, хорошо, что вы ратифицировали тот иной документ. И в случае Российской Федерации, например, у вас есть, вы отмечаете развитие Российской Федерации и ответственность за внедрение там прав меньшинств национальных, и то, что вы приняли федеральную стратегию, чего, там, такого развития, чего-то там где-то там, а там потом
мы приходим к самому важному, который называется принципиальные вопросы, связанные с какими-то беспокойными такими ситуациями и рекомендации соответствующие. Я вам скажу одну такую вещь. Как я уже говорил, я спрашивал вас, чтобы стать членом этого комитета, и что вы, а вы очень сознательные граждане своей страны. Хорошо образованные, хорошо понимающие, что у вас творится в стране, и, соответственно, я хотел бы услышать и ваши предложения. Каждого из вас. Если, к сожалению, не будет у меня времени на каждого. Ну так, случайным образом выберем кого-то. Первая рекомендация в этом разделе была. Так, чтобы экономические, социальные и культурные права можно было отстаивать в суде. Чтобы, когда имеет место четкое нарушение экономических, социальных, культурных прав, их можно было от решения по устранению недостатков можно было принимать в судебном уровне. Это вопрос также связанный с обучением как юристов в целом, адвокатов, так и судей и соответствующей системы. Важные реформы. Вот еще один пример приведем. Я понимаю то, что у вас будет или была встреча с уполномоченным правом человека. Комитет рекомендует стране более широко распространять среди своего населения информацию о методах работы управления Верховного комиссара правом человека. Комитет озабочен тем, что население страны в целом не понимает, как работает уполномоченный правам человека и его структура. Вообще раньше слышали о деталях, как работает омбудсмен, до того, как, например, сюда пришли на эти лекции? Да или нет? Ну вот, я вижу, джентльмен сказал, что чего-то он слышал. Остальные, возможно, не настолько, ничего не слышали. Хорошо, ну, Воронеж – это особый случай. Я уже говорю, что Воронеж – особый случай. Это означает то, что, по большому счету, комитет по своей рекомендации прав, то, что в целом население Российской Федерации не знакомо с методами и принципами работы уполномоченных по правам человека. То есть вы можете направить петицию омбудсмену только тогда, когда вы все остальные инструменты защиты своего права использовали. Почему? Потому что петиции к омбудсмену должны приниматься вне зависимости от того, использованы ли другие инструменты или нет. В чем суть? Вот в чем суть системы омбудсмена по правам человека. Хорошо. Вот вопрос теперь к вам. Кто готов давать свои рекомендации? Вот джентльмен, по-моему, готов, да? Какова будет ваша рекомендация? Представьте, пожалуйста, сначала Мурат. Мурат. У нас, допустим, представляет соответствующий комитет по экономическим, социальным, культурным правам. Что вы рекомендуете Российской Федерации в этом разрезе, уважаемый? Вы считаете, что да, действительно недостаточно информации и недостаточно широко представлено, не совсем адекватно. Хорошо, на основании реакции аудитории я так полагаю, что, видимо, он прав. Знать, конечно, не могу, но тем не менее. Вторая рекомендация какая была? Такая же, как и в случае Казахстана, в универсальном периодическом обзоре, это противодействие коррупции 3 года тому назад. Как вы думаете, коррупция до сих пор является проблемой для Российской Федерации? А нет?
Я так думаю, что, господа, вы, видимо, очень сильно коррумпированы. Верите? Как вас зовут? Айгуль. Айгуль. Что ты думаешь? Что вы думаете? Что это коррупция, это большая проблема? Или нет? Или нет? Это уже прошлость. А вы иногда встретились с никакой коррупцией? А вы встретились лично с проблемами коррупции? Знакомые, да, ну да. Это ЗСА имени Майка. Но в моей стране так же. Никто не встречается, но все знают кого-то, кто с этим сталкивался. Какой коррупции здесь, в эту школу? Или надо было эти взятки дать Ришарду, что я принимал? Я расчарован. Я думал, что что-то мы что-то поняли. Ну окей, corruption. Corruption, yes. Коррупция, да. Вы, возможно, вы знаете, но достаточно много здесь комментариев о ситуации с коренными народами. Знаете, что такое коренные народы? Коренные, да, in Siberia. Ситуация с коренными народами в Сибири. Возможно, знаете. Их право свободного доступа к природным ресурсам, что оно сейчас очень серьезно ограничено. Наверняка с этим не знакомы, если вы сами не живете в том регионе, не сталкиваетесь с теми реалиями, с которыми приходится сталкиваться. Знаете? А так, вопрос, нет ли желающих чего-то предложить Российской Федерации? Вот только сейчас до меня дошло. У нас тут серьезный дисбаланс же в вопросах гендерных-то здесь, представленности. 80% это женщины. Почему? Потому что они более интересны проблематикой прав человека, а мужчины только думают о деньгах. А как хочешь сделать, получить деньги, то ты нельзя заниматься правом человека, идти где-то в цивильные суды или другие суды и там зарабатывать. Но надо оценить таких, ну, как Мурат и другие коллеги, кто здесь. Женщины, вот уважайте на них, потому что их немного, надо их сохранять. Тогда окей, so what is the next? Хорошо, следующее что? Комитет обеспокоен тем, что реализация определенных прав зависит от концепции регистрации, от прописки в том или другом районе, например, в Казани или в Воронеже. И комитет рекомендует организовать систему, при которой отсутствие соответствующей прописки или документов о прописке не ограничивало бы и доступ к тем или реализации тех или других прав. Не знаю, Россия устранила это отклонение или нет. Нет, все еще проблемы, говорят. Вы понимаете, да, что это значит? Это самый важный элемент, чтобы получить некоторые социальные или другие права. И комитет знал, что это wrong. It should not be, in my country, it has been... Так должно быть, в моей стране вообще была отменена обязательная прописка. Понятно, что Россия она крупнее, и, соответственно, тут может быть сложнее. А также, что важно, комитет отмечает, что в Российской Федерации, опять-таки, как я уже отметил, это же 4 года назад, то есть ситуация, возможно, с тех пор изменилась, отсутствие запрещал дискриминацию. So they said that the committee calls... Известно, что комитет обращается к о том, что нет общего законодательного акта, запрещающего все формы дискриминации. Также комитет высказывает жалобу о мерах о недостаточности мет для улучшения людей с ограниченными возможностями для инвалидов. Что еще?
гендерное равенство, например, вопрос обязательной трудовой повинности в качестве наказания, то есть использование трудовых работ в системе, федеральной системе исполнения наказаний должна быть отменена. И что особенно важно становится в большем количестве стран, это сексуальное преследование на рабочем месте, сексуальное домогательство на рабочем месте. Это на самом деле стало серьезной проблемой во многих странах. У меня на работе, когда коллеги говорят, как красиво, привлекательно выглядите, да. Понятно, можно это сделать в виде комплимента человека. Можно пытаться таки. А с другой стороны, этим могут пытаться манипулировать, какие-то выгоды получать для себя. Соответственно, комитет по экономическим, социальным и культурным правам просит позаботиться об этих аспектах. Другой момент – это дискриминация женщин в вопросах равной оплаты за равный труд. Вот 40 лет назад свою кандидатскую писал о равенстве мужчин и женщин в Польше. Значительных изменений с тех пор в Польше не произошло. Хотите, скажу, какой профессии у нас доминируют женщины? Тогда, если хотите понять, посмотреть на уровень заработной платы. Там те профессии, где уровень оплаты выше, там доминируют мужчины. Взять юристов, например. В тех отраслях, где заработная плата выше, мужчин больше. Почему? Ну, потому что мужчины более там интеллектуально развиты. Нет, наоборот, обычно женщины более квалифицированы. Но это означает то, что система работает таким образом, что женщине сложнее и невозможно практически добить равенства в этих аспектах. И вот комитет обращает на это внимание. Также есть вопрос так называемой неформальной экономики или теневой экономики, нелегальной миграции труда, например, из Таджикистана, Узбекистана в вашей стране и других, то есть нелегальные работники приезжают, которые вообще не защищены никак. В моей стране, у нас с Украины много приезжает нелегальных работников. Ну, система сейчас ориентирована на то, чтобы легализировать их статус в Польше. И я должен привести пример, например, в регионе западная часть Польши, Познань. И вот родственники моей жены, они фермеры. Они практически работников не могут найти, для того, которые будут готовы работать у них на ферме. Почему? Потому что достаточно большое количество людей выехало из Польши, поехали работать в Германию, Великобританию. Соответственно, что они делают? Они приглашают украинцев. Но если так поступаешь, необходимо позаботиться обо всех разрешительных документах. Заявление, какое количество людей берешь на работу, на как долго, какого рода защиты социальные предоставляешь и так далее. Вот надеюсь, что сейчас ситуация улучшается, потому что было время, когда это совсем не было. Также комитет высказывает обеспокоенность об низком уровне минимальной оплаты труда. Вопрос, знаете кто-нибудь из вас, какова у вас минимальная оплата труда в Российской Федерации? В государственной. Anybody else? Знает ли кто-либо? И сколько это будет? А в евро сколько, если перевести? 100 евро. 100 евро, говорит коллега. Как вас зовут? Рустам. Рустам говорит, 100 евро. Минимальный размер оплаты труда. А в Польше как у нас? Я так полагаю, в Польше у нас сейчас порядка 400 евро. Но тем не менее, это же ничто. Кто, ну понятно, что выжить на этот минимальный уровень оплаты труда наверняка можно. Но 100 евро... Вы еще и работаете? Нет, то есть будет, соответственно, можно согласиться с тем, что слишком низкий уровень оплаты труда. Дальше обеспокоен тем, что у разных категорий сотрудников нет права выходить на забастовку, там федеральные, муниципальные.
так далее. В то время как у нас в Польше это имеется. А сотрудники железной дороги, если вы это назвали ставку, ну понятно, у вас страна может стать. Например, вопросы о насилии дома, о сексуальной эксплуатации, о насильном использовании женщины детей против воли. А как вопросы бездомных детей, что ли? Я так полагаю, что это, если познакомитесь с информацией, достаточно драматические сведения вам раскрываются, когда вы углубляетесь. Конечно же, у вас ситуация не настолько плохая, как в Индии. Тем не менее, это феномен достаточно опасный, ну, серьезно болезненный. Еще один из аспектов – это адекватность стандартов уровня жизни. То есть, раз 18,7 миллионов человек Российской Федерации не имеют доступа к адекватному стандартному уровню и продолжают жить ниже черты бедности. Кстати, если задаете вопрос о том, что такое адекватный стандарт жизни, тут я сразу вас отправлю к общему комментарию, в котором вы это зависит от страны. Почему? Потому что адекватный стандарт уровень жизни будет, конечно, отличаться в Германии, в Польше, в Российской Федерации. Но как минимум этот набор включает какие-то элементарные аспекты. Вопрос доступ к чистой воде, систему здравоохранения и так далее. Ну, а дальше проблема бездомства. Бездомных, это верно в любой стране и в целом Европы, да и в вашей стране тоже. Наркозависимость. Доступ к услугам женщин в сельских районах, к услугам репродуктивного здоровья, а также показатели количества детей, не посещающих учебные заведения. Ну и дальше уже я вижу, что мы подходим к концу. Дальше ситуация в Чечне можно это опустить. Люди с ограниченными возможностями. Так или иначе, вот каким образом, вот что приблизительно из того, что комитет идентифицировал, вас приглашаю самостоятельно взглянуть на этот документ, это имеется в интернете и на русском языке, у меня с собой в принципе есть, если вдруг есть интерес, я буду готов и сам это электронно предоставить, но в целом считаю, что имеет смысл вам вообще обратить на это внимание, вообще до этого, до взаимодействия со мной вы видели этот документ, кто-либо хотя бы в этом время, и именно в этом включается причина, по которым Российская Федерация нарушает первую рекомендацию обеспечить широкое распространение соответствующих рекомендаций информации о работе управления Верховного комиссара по правам человека. Именно поэтому это все нарушается из раза в раз, поскольку даже вы, студенты, правоведы, с этим не знакомы. Неудивительно, что же происходит в целом более в обществе. Позвольте смешной момент расскажу о своей стране. Вот в вопросах комитета по политическим правам, когда я работал в комитете, перед нами выступала Польша, представитель Польши, ну, зная то, что, понятно, эта страна будет выступать гражданином, который я являюсь, я не могу принимать участие, соответственно, я просто как наблюдатель могу. И вот женщина выступала, очень активная в феминистском движении, она хорошо подготовлена, такая амбициозная, всем документы раздала. В результате комитет... Первые пять рекомендаций не этого, а комитет правам человека. Первые пять рекомендаций оказались вопросы, связанные с дискриминацией женщин. Даже я, вроде бы и гражданин, и подготовленный специалист, был немножко удивлен. Почему? Потому что я-то знаю о других серьезных проблемах в Польше. А почему так произошло? Потому что человек, который был заинтересован в этом конкретном аспекте, позаботился о том, чтобы всем дать соответствующий материал, и так или иначе повлиял на других членов комитета.
это для того, чтобы были приняты в результате такие поправки. Жаловалась активно о нарушении прав женщин в моей стране. То есть это опять-таки реалии, с которыми вы сталкиваетесь. Почему? Потому что понятно, то, что комитет может получить более детальную информацию об одном аспекте, но недостаточно получить в другом аспекте. Я так понимаю, что мы уже постепенно подходим к завершению на моего взаимодействия. Вот так, ну, только время, сколько и выделено, но так или иначе, я здесь, я с вами задержусь и до модели, и завтра также буду принимать участие в работе летней школы. Господа, есть ли у вас вопросы какого-либо? Поднимите руку, если у вас какой-то конкретный вопрос имеется. Вот джентльмен наконец дает мне возможность. Спасибо. Меня зовут Жан-Батист Букуру. Рудн, университет дружбы народов. У меня два вопроса. Первый касательно политических отношений между международных отношениях между государствами. Как вы знаете, были приняты конвенции в 66 году, две конвенции, поскольку не согласились они о том, чтобы один единый документ принять. И, соответственно, одно из соответствующих недопониманий вопрос между государствами, которое повлияло на то, как права человека защищены уже и уважаются в разных странах. Вот сейчас что делается для того, чтобы не допустить подобного влияния политических процессов, политических недопониманий между государствами вопросом прав человека? И мой второй вопрос касается социально-экономических прав, о которых мы говорили, в Европе. Мы знаем о том, что Европейская конвенция по правам человека не говорит о социально-экономических правах. Это значит, что в Европейском суде не рассматриваются эти права. Какой орган, какая организация, кроме этого международного суда, рассматривает нарушение социально-экономических и культурных прав? Спасибо. Спасибо вам. Ну, первый вопрос, ответ. Никаких больших изменений. Если страна не согласна, принципиально не согласна, мы никак это преодолеть не сможем. Если есть принципиальные различия, то мы ничего не можем сделать. Мы, конечно, можем какое-то давление на них оказывать. Но прямо сейчас, в данный момент, человеческие права на международном уровне, они есть все меньше и меньше людей, которые хотят бороться за права человека. Например, мы готовы, например, принять определенные какие-то ограничения. Мы принимаем большое количество мер, в настоящее время принятых недавно. И мы, когда я говорю «мы», говорим «люди», я говорю «люди» вообще. Они говорят, что ладно, хорошо, давайте поставьте камеру, там видеокамера. Вы не должны камеры ставить в школах. Да, мы должны ставить камеры, потому что наркоторговцы пытаются работать в школах. Но это же не решает никакую проблему. Потому что наркодельцы могут избежать этих камер, это же запросто. Но люди нас втягивают в какие-то долгие дискуссии. Я пессимистичен в этом моменте. Я не считаю о том, что жизнь сейчас стала лучше, чем она была раньше. Есть огромное количество, большая разница между соблюдением прав человека. Второй вопрос, да, социально-экономические права не закрытое положение Европейского суда. Да, в Европейском Союзе дело получше. У нас есть, да, уважение к основным правам. Вы можете поехать в Люксембург, если ваши права нарушены. Что касается Совета Европы, то существует только очень мягкое законодательство. Это социальный устав или хартия, которая там о чем-то говорит. Да, вы можете послать там
экспертов, но это не суд. Там не может быть решение суда, там могут быть мнения. Это очень мягко работающая система, касающаяся социально-экономических прав в Евросоюзе и в Совете Европы. Там получше, чем в Евросоюзе, но не так, как в Евросовете Европы. Да, ну ладно, вы уже хотите от меня избавиться, наверное, тут. Ладно, все. Давайте, мы тогда заканчиваем. Давайте, все, большое вам спасибо. Извиняюсь за то, что был такой...